вытянул бы. А я бы сделал так, чтобы он выиграл. Как благородный. Благородство здесь ни при чем. Просто если он выиграет, он больше никогда не вернется в Иерусалим. Бери. Ага. Слушай, если я не ошибаюсь, там нужно голосовать за того, кто понравился. Ну да. Я не пожалею своей заначки ради такого дела, чтобы она забыла его. Так, какие правила ты говоришь в этой игре?